Здравствуйте, меня зовут Пнина, и сегодня мы приготовим пасту с сыром фета и пармезаном. Для этого рецепта вам понадобятся любые макароны, помидоры черри, чеснок, базилик, сыр фета и сыр пармезан, молотый черный перец, оливковое масло и ваши любимые травы, специи. Помидоры черри мы выкладываем на противень и кладем туда же сыр фета. Целым куском резать ничего не надо. Это все обильно поливаем оливковым маслом. И я добавила крупно нарезанные зубки чеснока. Можно их даже целыми отправлять и не резать. Печеный чеснок очень ароматный и очень вкусный. Оливкового масла не жалейте. Его абсолютно не будет чувствоваться. Выберите хорошее масло, чтобы оно не горчило. Обильно все поливаем и отправляем в духовку где-то минут на 6-7 градусов 200. А пока варим макароны. Смотрите инструкцию на упаковке. Мои паппарделли нужно было варить всего 5 минут. Базилик я помыла и отделила листики от стебельков. Нарезаем листья средне. Чеснока еще зубка 3-4 я выдавливаю на довилке. В общей сложности у меня ушла почти целая головка чеснока. Помидорчики пустили сок, и запах от чеснока просто бесподобный. Теперь мы все это вилочкой с ножом распределяем, перемешиваем и добавляем готовые макароны. Все перемешиваем, и туда же мы отправим нашу зелень и чеснок. Соль мне не понадобилась вообще, фета дала много соли. В конце нужно добавить тертого пармезана. Если нет пармезана, можно обычного тертого мягкого сыра. И я люблю крупно молотый черный перец. Можно также использовать чили или любую вашу любимую специю. Запах в доме стоит необыкновенный, и кое-кому уже не терпится попробовать новое блюдо. Заповеди Торы, как правило, дорожного движения. Они направляют человека правильным путем. Законы, Торы, ограничения, данные нам ради всеобщего блага. Как и правила дорожного движения, они хоть и ограничивают водителей, мы не можем ехать, как нам вздумается, но эти законы и правила вносят порядок и делают более безопасным движение. Так тем более законы, данные нам Богом, хоть порой и кажутся сложными, но они делают упорядоченной и более безопасной нашу жизнь. Берем на вооружение эти правила движения по нашей жизни. И вперед! Приятного аппетита и шаббат шалом!